Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope they find the right man who'll fix it for ya. And are you shopping anyway? Change the color of your hair. Are you busy? Did you get to fail at fine? You will die all the time. Are you still dizzy? Cause since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Padre? Dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Программа «Про церковь». Самые актуальные вопросы о православии, личном пути к храму и деятельности Русской Православной Церкви. Задайте свой вопрос митрополиту Даниилу в прямом эфире. Смотрите первый выпуск программы «Про церковь» в четверг, 6 марта в 21:00 на кабельном телеканале ПС и в интернете на сайте «Правда Севера». Телефон прямого эфира 639-717.
Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ПС, в студии Лариса Истомина. На службе закона и прав человека сегодня архангельских журналистов познакомили с докладом о деятельности уполномоченного по правам человека в Архангельской области по защите прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и содержащихся под стражей. Число обращений в адрес омбудсмена от осужденных и отбывающих наказание в системе ФСИН с каждым годом растет и достигло в прошлом году почти 3000. При этом рост этот показатель отрадный, отметила Любовь Анисимова. Это значит, что люди поверили в действенность института, в его реальную помощь в сложных вопросах соблюдения прав человека. Среди основных жалоб в местах заключения – неудовлетворенность медицинской помощью, возможностями отправки корреспонденции, отношением сотрудников ФСИН. Замечание для нашего коллектива – это резервы успешной работы. Мы над этим работаем. Ни одно обращение, поступившее из аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области, не остается без внимания. Статистика свидетельствует, результатом такой работы в прошлом году стало отсутствие серьезных происшествий в местах исполнения наказаний. В отношении сотрудников ФСИН по исполнению их обязанностей не возбуждено ни одно уголовное дело за превышение должностных полномочий. Между тем, омбудсмен видит свою задачу и в создании условий социальной адаптации для осужденных после освобождения. Те проблемы, с которыми они выходят, проблемы социальной обеспеченности, трудоустройства, пенсионного обеспечения, жилищные проблемы у многих существуют, да? Конечно, этот груз проблем в том числе во многом становится поводом для рецидивной преступности. Всех проблем разом не решить, но важно, что найден общий вектор взаимодействия двух государственных служб и стремление к взаимопониманию в совместной работе. Сегодня наша рубрика «Тема дня» посвящена двум памятным юбилейным датам в Архангельске. В этот день, 100 лет назад, трагически оборвалась жизнь русского полярного исследователя, гидрографа Георгия Седова. А через 40 лет, 5 марта 1954 года, набережной Северной Двины в Соломбале было присвоено имя полярного исследователя. Именно на этой набережной стоял дом, где размещался штаб первой русской экспедиции к Северному полюсу. Результаты исследований получили большое научное значение, однако экспедиция так и не достигла своей цели. Многие ее участники, в том числе и Георгий Седов, погибли. В 1999 году на набережной имени Седова был установлен памятный знак погибшим морякам с надписью «Всем, кого не вернуло море». А в 2012 году на здании Северного управления гидромедслужбы была торжественно открыта памятная доска в честь столетия экспедиции Георгия Седова к Северному полюсу. Наш корреспондент Александра Горелова спросила у жителей города, что они знают о знаменитом полярнике Георгии Седове и этих памятных датах. Георгий Седов – известный полярный исследователь. Значит, насколько я помню, в 1904 году отправилась экспедиция на север к Северному полюсу на судне «Святой Фока». И, путешествие закончилось, в общем-то, довольно печально. Георгий Седов погиб. Георгий Седов, полярник, моряк, исследователь. В Соломбале у нас есть набережная имени Седова. Знаешь, Георгий Седов был в экспедиции, ездил по освоению севера. Георгий Седов, полярный исследователь. Русский, проводил большую работу исследовательскую, научную, по изучению Арктики. Полярник, исследователь, мореплаватель, чем-то судно вроде названо в его честь, северянин. Седов – это моряк, который плыл на Северный полюс, плавал, хотел дойти до Северного полюса. Но не смог, так как корабль его затерли льдами, и он погиб, там, так и не дошел до Северного полюса. Знаю с детства, что было это. Я представляю эксперта нашей рубрики «Тема дня» Сергея Васильевича Терентьева, сотрудника Музея Арктического морского института имени Воронина. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Вот мы услышали опрос жителей нашего города и увидели, что знание архангелогородцев о истории морской, мягко сказать, не очень хорошее. Вы согласны? Да, даже несколько печально, что знания морские
о своей родной морской истории просто очень низкие. Вот расскажите, а как Архангельск связан с Георгием Седовым? Я считаю, и многие историки считают, что это была все-таки великая задумка, великая экспедиция к Северному полюсу, первая русская экспедиция к Северному полюсу. Базой была Соломбова, там экспедиция готовилась, только от Красной пристани, от Соборной пристани, был парадный отход. Полностью подготовка экспедиции была в Архангельске. Город все-таки был маленький, поэтому волей-неволей очень многие горожане были связаны с этим процессом подготовки экспедиции, с торжественными проводами экспедиции. Ведь не только в Архангельске знали, петербургские газеты писали, очень многие газеты писали центральные об этой экспедиции. И понимаете, вот сейчас очень много и в литературе пишут и хорошего, и плохого о Седове. Но тем не менее, это был подвиг. И этот подвиг был нужен. Понимаете, вот если бы не было Седова, экспедиции Русанова, Брусилова, экспедиции 12-го года, то Арктика, наверное, была бы сегодня немножко другой. Ну, вы подрежете. Сергей Васильевич, а как вы считаете, нужен ли памятник Георгию Седову в Архангельске? Обязательно. Понимаете, обязательно должен быть памятник Седову. Но может быть не такой, как вот был проект в свое время Михалева и Киберева. Огромный монументальный Седов, который в проекте должен был стоять около на месте Вечного огня. Может, время таких монументальных памятников прошло, но памятник Седову однозначно должен быть. И не только Седову. Нужно каким-то образом всегда доказывать, утверждать, что мы не только первый порт России. Из Архангельска вышли многие полярные экспедиции. И вот какие там небольшие монументы должны этому посвящены быть. Вы знаете, ведь были бы проекты еще в конце 80-х установить, например, в аэропорту, на морском вокзале, на железнодорожном вокзале, такие обелиски, Архангельск, первый порт России, якорь, даже макеты деревянные были сделаны. То есть вот всячески это подчеркивать, что мы первый порт в Арктике. Хорошо. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Напомню, экспертом нашей рубрики «Тема дня» сегодня был сотрудник Музея Арктического морского института имени Воронина Сергей Васильевич Терентьев. Доска «Почетный гражданин Архангельска» с именами тех, кто по праву заслужил это звание, установлена на Троицком проспекте. Некоторых, к сожалению, уже нет в живых, но свой след они оставили в облике столицы Поморья и ее исторических архивах. Сегодня мы вспомним человека, чье имя первым было занесено в этот список, рассказывает Мария Воробьева. Статский советник императора, князь Сергей Гагарин, принял Архангельскую губернию в сложное для нее время. В 1866 году Беломорский Север находился в тяжелых экономических условиях. Сергей Гагарин предложил соединить северную территорию с остальной частью страны. Он выдвинул на обсуждение правительства проект провести канал между Онежской губой Белого моря и Онежским озером. Но эта идея в то время не была поддержана в правительстве ввиду отсутствия средств. За нее взялись лишь в 30-е годы 20 века. Эта транспортная магистраль стала составной частью Беломоро-Балтийского канала. Одним из первых князь Гагарин заговорил и о необходимости введения высшего морского образования в Архангельске. Документального подтверждения деятельности Сергея Гагарина в архивах областной библиотеки Добролюбова практически не сохранилось, но известно, что именно Гагарину принадлежит идея проекта железной дороги от Котласа до Вятки, которая была построена в 1894 году. Кроме того, князь реорганизовал систему сбора налогов, добившись профицита бюджета Архангельска. Во многом благодаря успеху этой реформы 9 ноября 1867 года Сергею Павловичу было предложено стать почетным гражданином Архангельска, первым в истории города. По заметкам историков, князь Гагарин был одним из самых деятельных, несмотря на молодость, губернаторов Архангельской губернии. Вообще, наверное, человек был очень необычный, потому что ведь к нам он пришел губернатором 21 год, а до этого он еще побыл вице-губернатором в Пензе. То есть человек настолько молодой, получал такие значительные назначения на государственные посты,
Понятно, что человек аристократической фамилии имел большие связи в высшем обществе, но тем не менее без должной настойчивости осуществлять деятельность было невозможно. Этот парк, сегодня известный нам как Петровский, в 1868 году назывался Гагаринский. Он появился здесь, когда во главе Архангельской губернии стоял Сергей Гагарин. Именно тогда сюда были завезены земля и деревья, проложены дорожки. В 1869 году, через три года после своего назначения на пост губернатора, Сергей Гагарин подал в отставку и отправился в Казань. Северный климат сильно надломил здоровье князя. В Казани Сергей Гагарин скоропостижно скончался. Первый почетный гражданин Архангельска ушел из жизни в 39 лет, оставив после себя плодородную почву для экономического процветания Северного края. Программа «Про церковь». Самые актуальные вопросы о православии, личном пути к храму и деятельности Русской Православной Церкви. Задайте свой вопрос митрополиту Даниилу в прямом эфире. Смотрите первый выпуск программы «Про церковь» в четверг, 6 марта в 21:00 на кабельном телеканале ПС и в интернете на сайте «Правда Севера». Телефон прямого эфира 639-717. Далее в выпуске «Дайджест» новости одной строкой. Сразу после праздников 11 марта в Архангельской области, как и во всей стране, вступают в силу новые минимальные цены на алкогольную продукцию. Увеличение стоимости коснется спиртных напитков крепостью более 28%. В среднем цена на крепкий алкоголь вырастет на 17%. В апреле в Поморье стартует 6-й открытый городской фестиваль-конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Модный Архангельск». В конкурсе могут принять участие жители региона в возрасте от 14 до 30 лет в номинациях «Стиль авангард», «Повседневная одежда», «Торжество», «Народные мотивы», «Сценический костюм», «Головной убор», «Вязаная модель». В кассах Поморской филармонии можно купить подарочный сертификат на любой концерт. Сертификат является универсальным и может стать оригинальным подарком для любого человека. Сертификаты номиналом 500 и 1000 рублей, напечатанные на специальных бланках, можно приобрести в кассе камерного зала Поморской филармонии. Опубликован список самых счастливых городов России по версии программы «Jetpack». По фотографиям в Instagram она анализирует уровень счастья людей. Всего в подборку вошли 65 крупных городов страны. Архангельск занимает в этом перечне 23-ю строчку. А вот обеим столицам, Санкт-Петербургу и Москве, вообще достались второе и третье места с конца. Сегодня вышел в свет свежий выпуск газеты «Правда Севера». Читайте на его страницах. Понтонный мост через реку Маймокса жители острова Бревенник в шутку называют «дорогой жизни». Почему владельцы переправы взвинтили цены на проезд? Журналисты «Правда Севера» разбирались в создавшейся ситуации. Накануне губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с ежегодным посланием. Что было главным, какие цели поставлены и какие поручения даны? Об этом читайте на страницах свежего выпуска «Правда Севера». Как губернатор Игорь Орлов оценивает ситуацию на Украине? Готова ли область принять переселенцев из этой страны, если такие будут? Почему у нас плохие автомобили и самые лучшие в мире подводные лодки? Можно ли назвать себя патриотом своей страны, не зная ее историю и культуру? Об этом в большом интервью губернатора Архангельской области. Председатель морского собрания Котласа Валерий Бахтин на свои деньги купил боевую рубку от подлодки «Борисоглебск». Эта новость мигом разнеслась по всей области. О каком морском парке в Котласе, где речное судоходство затруднено, идет речь. Подробности в свежем номере «Правды Севера». Когда один в доме воин. В сегодняшнем выпуске «Правды Севера» журналисты рассказывают об альтернативе управляющих компаний, товариществах собственников жилья, о том, что значит быть председателем правления ТСЖ в обычном многоквартирном доме, читайте на страницах «Правды Севера». Хоккейный сезон в Новодвинске приближается к завершению. Для спортсменов он складывается успешно. Взрослые хоккеисты удачно выступают на чемпионате города, а юноши клуба «Двина» являются лидерами областного первенства. И это несмотря на то, в каких условиях приходится тренироваться ледовым дружинам Новодвинска. О проблемах хоккея с шайбой и перспективах развития этого вида спорта расскажут наши новодвинские коллеги.
Основатель хоккейного клуба «Двина» Валерий Сергеевич Красиков не раз пытался решить проблемы новодвинского хоккея, которые существуют уже не один десяток лет. Главная из них – материально-техническая база. Условия, в которых занимаются наши спортсмены, мягко говоря, плачевные. Раздевальных помещений катастрофически не хватает. Ребятам приходится переодеваться в стесненных условиях. Помещения хоть и отапливаются, но все равно этого недостаточно. Здесь даже нет элементарного – туалетной комнаты. Само деревянное здание, где размещаются юные хоккеисты, было построено лет 15 назад силами взрослых спортсменов, воспитанников Валерия Сергеевича. Я видел, многие дети приходили с родителями тут. Родители посмотрят, о, как вы тут вообще занимаетесь, как вы тут. Вроде как ребенок хочет, а родители говорят, нет, мы тебя сюда не отдадим. Лучше мы тебя в спортзал куда-то поведем, там, или на спорткомбинат. После ухода из жизни легендарного руководителя новодвинской «Двины» тренерский пост занял его сын Василий Красиков. Теперь он продолжает заниматься решением хоккейных проблем. Что касается детей, я им благодарен за то, что они в таких условиях не теряют надежды, стараются, работают и добиваются неплохих результатов. В целом, я скажу, если брать условия и базу, в которой мы находимся, которой мы занимаемся, вот, и результаты, которых мы достигаем, я думаю, что результаты неплохие, вот, и это все благодаря ребятам. Здравствуйте! Издано на Руси примечали, март непостоянен, то плачет, то смеется, иногда и март морозом хвалится. В марте мороз скрипуч, да не жгуч. По сообщению Архангельского гидрометеоцентра, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные часы -8, -11, днем около нуля. Тип погоды второй благоприятный. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти. Завтра день ангела у Ольги, Андрея и Константина. На этом у меня все. Я желаю вам всего доброго и приятного вечера. Это были новости на канале ПС. Напомню, нас можно увидеть и в интернете на сайте правдасевера.ру. В студии была Лариса Истомина. До встречи. Программа «Про церковь». Самые актуальные вопросы о православии, личном пути к храму и деятельности Русской Православной Церкви. Задайте свой вопрос митрополиту Даниилу в прямом эфире. Смотрите первый выпуск программы «Про церковь» в четверг, 6 марта в 21:00 на кабельном телеканале ПС и в интернете на сайте «Правда Севера». Телефон прямого эфира 639-717. На 25-м лесозаводе грузится пилолесом теплоход «Механик Фомин» Северного морского пароходства. Он примет на борт почти 4000 тонн груза. Старший помощник капитана Вадим Бушуев объясняет, летом теплоход может взять больше, зимой же существуют ограничения по высоте каравана. Предыдущий рейс для экипажа выдался насыщенным. Порты Германии, Франции, Литвы, пол Европы обошли за 2 месяца. И еще промежуточный рейс был, значит, у нас с Пилолесом и с Клайпеды тоже. Из Клайпеды мы на 2 порта Франции лес возили. Вот. И перед тем, как прийти в Архангельск, значит, последний рейс у нас был, это самый последний, это, значит, из Бельгии мы везли пшеницу в Норвегию. На выходе из Архангельска плохая погода не обошла стороной механика Фомина. Несколько дней теплоходу пришлось отстаиваться в горле Белого моря. Зато путь домой оказался намного легче. В дом ушли хорошо,
по ветру. Вот. И в Белом море нас ледокол нам помог перемычку преодолеть вот, в горле. И дальше мы уже самостоятельно тут без помощи ледокола уже дошли.